Ибраси. Накануне в армянском сегменте социальных сетей распространилось видео очередной потасовки между азербайджанскими и армянскими военнослужащими. Судя по видеокадрам, группа армянских солдат в целях провокации выдвинулась в сторону азербайджанского поста и попыталась взять под контроль прилегающую территорию. При этом они окружили азербайджанского военнослужащего и попытались применить в отношении него силу. Как стало известно из военных источников, данный инцидент произошел несколько дней назад на Зангезурском направлении Азербайджана-армянской границы на территории Лачинского района. Сразу после инцидента подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные и решительные меры, благодаря чему противник был выведен с этой территории. В то же время азербайджанские военнослужащие укрепились на нескольких более выгодных позициях и взяли территорию под свой контроль. Onların blindajı da qaldıqları yer. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.